Привет всем, привет Киев, привет Украина. С вами снова Расход по городу. Ползу в киевских пробках за нашим новым гостем Сережкой. Сережка расскажет нам, что такое сервер. В гостях у нас Сергей Самборский, эксперт на рынке серверов. Сережа, здравствуйте. Приветствую. Серверов и проектов. Извините, и проектов, и Dell, и не только Dell, и вообще молодец. Сколько тебе лет, откуда ты родом? Мне 35. О, так на одногодке, ты глянь. Кто бы мог подумать. К сожалению, у меня нету Lexus. Ну не надо раскрывать тайны. Ну, Lexus так да. Lexus, это правда. Едем мы в Lexus, более того, в женском, в красном. Ну, мне нравится. Ну и хорошо. Мне 35. Родом я с города Знаменка, Кировоградская область, сейчас Кропивницкая. В Киеве ты давно? В Киеве я с 2005 года закончил институт. То есть не сильно давно? 13 лет. Проснулся как-то летом, вышел на работу, покурил, пошел, уволился, купил билет в Киев, приехал в Киев. Вот ты купил просто тупо билет в Киев. Как это вообще? Вот, ну вот почему в Киев? Почему не в Харьков, не в Днепр? Вот почему Киев? Ну, завтра столица Киев. Все деньги в Киеве. Все связи в Киеве. Как ты искал работу? Ну вот ты молодой студент. Все очень просто. Интернет. Угу. И активный обзвон. То есть не просто отправлял резюме и ждал, что мне позвонят. То есть, ты сам звонил? Я реально бомбил, говорил... Я такой классный, типа, приеду. Берите меня, я иду. Да, в МТА я примерно так и попал. И вот так не страшно, будучи приезжим, будучи без квартиры? Реально страшно, съемная квартира снимает кучу просто денег. И там, ну, что-то было, конечно. Но такая жизнь, надо рисковать, надо пробовать себя. Ты же понимаешь, когда ты в зону дискомфорта, ты гораздо более, у тебя открываются какие-то подвижные способности. Да, у тебя открываются те способности, о которых ты не знал, и мотивация твоя просто зашкаливает. Потому что кушать все-таки хочется. Все это время ты работаешь вот в МТИ, который является... Нет. Это МТИ, это четвертая работа. Тебя постоянно сманивали вот с одной компании в другую, или почему ты сменил четыре работы? Нет. Перерастал должность. Иногда гораздо проще получить высшую должность в другой компании, чем... Внутри компании. Внутри компании, да. Вот, а если сравнивать с другими вендорами, то в чем отличие того бренда, с которым ты сейчас работаешь, от того опыта, который у тебя был ранее? Во-первых, Dell всегда держит свое слово. Мне очень нравится. Мне нравится вендор, мне нравятся люди, с которыми я работаю, мне нравится оборудование, мне нравятся условия работы, которые дает MTI, дает MTI, дает Dell. Просто все супер, потому что у меня есть с чем сравнивать. Сервер — это вообще что? Это компьютер. В двух словах, который необходим для бизнеса, для выполнения всех операционных задач, для просчета, хранения данных и все, что с этим связано, который гораздо отказоустойчивый, гораздо мощней. Продавать вот это мощное и дорогое оборудование сложно? Нет, не сложно, потому что оно, надежное, во-вторых, есть хороший сервис, в-третьих, отличная цена по сравнению с другими вендорами. И все это показывает IDC, когда 2 года у вас назад было 17% доля рынка, а сейчас 43. Сейчас мы молодцы, да. Наши конкуренты нас недолюбливают, и так и будет дальше. Боятся. А если говорить вот вообще о работе с клиентами, как сложно или легко уговаривать на покупку того или иного оборудования? Мы с конечными заказчиками общаемся минимально, только в том случае, если технических знаний партнера, дилера не хватает, они тогда просят нас связаться. В Украине культивируется вот эта концепция, что все проекты, они очень коррумпированы. Вот с появлением системы Прозора изменилось ли что-то в проектном бизнесе? Стала ли работа другой? Я тебе скажу, в принципе, за последние
4 года уже получается, начинается очень летнее всего бизнеса. Сейчас достаточно много честных, хороших тендеров, где решает квалификация все-таки оборудование. Но есть другая проблема в Украине, когда есть отдел закупок и есть IT-персонал. Персонал, который, да. Их как-то очень жестко разделяют, не дают IT-менеджерам принимать решения о закупках. И иногда наши уважаемые государственные компании покупают заведомо какую-то хрень, или которую не подходит, но по ТЗ она проходит. И потом не знают, что с этим делать. Вторая проблема, многие покупают опять других уважаемых фирм, конкурентов, производителей, но не задумываются о дальнейшем росте, о себестоимости владения, об рейде, о сервисе. Ты молодой отец. Это реально круто. Это взрыв мозга всех устоев, которые только могут быть. Жизнь пересматривается в разных ракурсах. То, что ты хочешь, чтобы от ребенка получить. Как тебя воспитывали, как сейчас нужно воспитывать. Ну, у тебя сейчас один ребенок. Пока да. Но ты бы хотел несколько детей. Full house, да, полный комплекс. Хотели ли вы когда-либо эмигрировать с семьей? Скажем так, мне бы хотелось, чтобы Европа эмигрировала к нам, потому что вот ты чувствуешь, да, эту дорогу. Я чувствую, я стараюсь... Как ты реагируешь на эти дороги? Я стараюсь убедить себя в том, что подвеска справится с этой дорогой, и звук нашей камеры не пострадает от того, что мы едем по каким-то сплошным ямам по Болонье. С вами был Расход по городу, с вами был Леша, с вами был Сергей Самборский, который дематериализовался из моего автомобиля. Я возвращаюсь в свое родное село, вот паркуюсь у себя в колхозе. Я желаю вам прекрасного вечера, я желаю вам позитивного семейного вечера, так как мы пообщались с молодым папой. А тем, у кого, как у меня, например, нет семьи, ну вот заходите на YouTube и смотрите всякую хрень, которую вам снимают такие вот зомби, как я. До новых встреч!